Всем привет, меня зовут Дмитрий и это канал geekinsight.ru. Сегодняшнее видео будет несколько нетипичным для моего канала, поскольку вы не увидите в нем ни обзоров смартфонов, ни обзоров планшетов, ни тестирования каких-нибудь там сборок ПК или мобильных приложений. Сегодня я бы хотел анонсировать первый конкурс, проходящий на моем канале. Конкурс посвящен, собственно, такому для меня достаточно значимому событию. Это 40 тысяч просмотров на канале. Цифра, конечно, по современным меркам смехотворная, да, в общем-то, и не очень круглая. Подписчиков, насколько я понимаю, сейчас уже практически 200. Но, тем не менее, я решил провести этот конкурс. Разыгрывать будем вот такую вот интересную штуку от компании Xiaomi. Называется она Xiaomi Powerbank 10 тысяч. Обзор на нее я делал в предыдущем видеоролике. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании. Можете пойти и посмотреть, что это за штука. А в двух словах расскажу о ней. Это внешний аккумулятор для вашего планшета или телефона. Он обладает емкостью 10 тысяч мАч. По сути, этого достаточно для того, чтобы 3-4 раза зарядить ваш смартфон. Она круто выглядит, компактная, помещается в любой карман, там, в любую сумку можно с собой взять. В общем, штука очень удобная, если как бы вы находитесь в дороге или отлучены от розетки. Очень рекомендую, вещь классная. Но для того, чтобы ее выиграть, необходимо выполнить 3 небольших условия. Бояться их не надо, они совсем простые. Первое условие — это подписка на канал Geek Insight. Если вы этого еще не сделали, обязательно подпишитесь. А далее вам необходимо будет оформить подписку на нашу группу ВКонтакте соответствующую. Я размещу ссылку в описании к этому ролику. И всего-навсего сделать репост этой видеозаписи у себя на стене, опять же, ВКонтакте. После этого вы станете полноправным участником конкурса. То есть всего 3 условия. Подписка на канал, подписка на группу ВКонтакте и репост этой видеозаписи ВКонтакте у себя на стене. Конкурс стартует сегодня, а итоги я подведу ровно через одну неделю, в следующее воскресенье. Победителя будем определять с помощью онлайн-сервиса random.org, чтобы все было честно и без обмана. В общем-то, все, что я хотел сказать по поводу конкурса, по поводу будущего канала. Будем пытаться его развивать, делать как можно больше интересных обзоров, гаджетов, планшетов, смартфонов. И будем стараться больше времени уделять сборкам ПК, если найдем сейчас подходящего поставщика комплектующих, который нам все это дело сможет предоставлять. Будем тестировать, делать видеоролики и, соответственно, выкладывать их. Собственно, все, что я хотел сказать в этом видео. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Участвуйте в конкурсе. И всем желаю удачи. Пока.